Блин, слушайте, очень круто сделал. Май Нивна с вами. Всем привет. И сегодня с реакцией на новое видео Мармока. И называется оно «Дорога глазами водителей». Это прям актуалочка для меня. У меня Катя пошла на права сдавать. Посмотрим, как она будет видеть мир. Давайте посмотрим. Поехали. О! Да, скукотища. Дождь, а погода, конечно, дерьмовая абсолютно. Но нам у нас очко из нержавейки. Это издержка профессии, от этого не деться. Может, зажигалочку как он неплохо... какую-то включить, а то так и заснуть можно. Руки-то ставил круто. О! Я сначала подумал, что в игре так руки реалистично двигаются, а потом такой, а, не. Блин, слушайте, очень круто сделал. Бананчик. Чисто водители на наших дорогах. Примерно так себе будет, да? Samsung еще, господи, кнопочный. Я помню, в свое время у меня был Siemens кнопочный. Вот этот телефон был. Ой-ой-ой. Блять, нахуй, не орел! Сука, мне приснилось, что я купил орла. Надо взбодриться. Да ну, орел это неплохо. Фокус на дороге. Душно, капец. Да где ж ты? Может, свежий воздух немножко освежит мое. Так, чем можно заняться, чтобы не заснуть за рулем? Блин, слушайте, как круто он вставил руки в игру. Как он... Ё-моё, он просто гений. У меня здесь газетка была. Не, понятно, что может, там хромакей, тыры-пыры, но... Порешать, а? Может, это же парень, на жесть. Помню. Но это круто. Капец дует. Ты дышишь на меня окно-то, блядь. Где там кроссфорд этот сраный был? Бумага сортирная. Ты хороша только для одного дела. Най-най-най. Хорошо забил. Най-най-най-най. Ну, все понятно. Ай-яй-яй, Мармок. Мелочам. Ай-яй-яй. Когда эти мелочи так веселят. Извините. Я работал на маршрутке. Эта работа неблагодарна абсолютно. Лучше говна в карман накласть и пойти страдать другой хер. То ли дело. Сука, что так перчит? Это чай, бля, что ли? Блин, я тупо походу перца, взял чай. Нормально. Вместо... Сука! Что за траектория? Я смотрю, он тут прям. Я смотрю, он тут прям все свои силы на монтаж потратил. Ну это круто на самом деле. Будет очень круто. Как он это сделал? Погодил. А вот для чего мне газета. Сейчас бы. Вот это я взбодрился! Взбодрился парни, что нормально. Па-па-па-па-ра-ра-па-па. Уф. Ну необычно, необычно. Ну, знаете, прям необычный досок Мармока. Итак, на часах время, я не понимаю, часы, я разбогател после того, как мой батя сбил богатую даму, к сожалению, не насмерть, и с тех пор у меня только самые дорогие авто, вот, и я катаюсь когда угодно и с кем угодно, и в каком состоянии захочу. Сейчас я, например, решил прокатиться немножко, блять. Хорошо, что мусор здесь иногда бомжи валяются. Решил просто прокатиться на своей охеренно быстрой тачке под вечер, чтобы все холопы мне завидовали. Блин, прикольно. И коробка передач. И... Мне интересно, как ты... У меня был когда-то в детстве руль, но был такой говёный, типа, ну такой себе вообще не очень. А тут прям коробка передач довольно, ну, прикольно. Да, блядь, повысился до первого светофора. Ой, зелёный. А теперь-то поехали на.
ненавижу. Видно, не судьба. Кстати, я только понял, что это гитарщика, точняк. Это же гитарщичка. И лук в супе. Ты мудак, блядь. Ты тормозишь так, двигай своими поршнями, а холоп, блядь. Ты что, хочешь, чтобы я тебя купил и избил, что ли, а? Не, мне все это надоело. Поехали покатаемся нормально, по-человечески, в жопу правила. Идите на... Я свободный человек. Блин, на самом деле, насколько GTA-шка тоже очень красивая до сих пор. Ну, типа, сколько ей лет. Блин, ну то, как он ставил, типа, свою роль вместо игрового, это очень круто. Там очень атмосферно. Простите, извините. Мне тут навигатор неправильно маршрут построил. А, папа платит вам больничный. А, не орите, пожалуйста, я не могу сфокусироваться. Самые неподкупные ублюдки. Ша, я сказал. Вот так вот. Вот это уже нехорошо. Пара сломанных ног и все. Кататься будешь, но уже в тюрьме и на члене. Тоже хорошая поездочка. У меня так вспотела жопа, что ею можно напоить целую африканскую семью. Нет, я сказал. Нет, идите в баню, нет. Ай-яй-яй-яй-яй. Господи, помилуй, Иисус Христос. Будда, Аллах Акбар. Блять, жопа. Ну, нормально, слушайте. Даже интересануло. Не-не-не-не-не, стой. Хорошо ездит. Ёбик. В такой ситуации я еще не был. Надо записать сторис в Инстаграм. Самое время, правильно. Привет, Карлос. Интересно, как он это все сделал. Вот интересно было бы это увидеть вид другой руль, что ли? Или это тот же просто... Чё? Он же был другим. Он как-то раз у меня курицу украл, я ему за это челюсть выбил. Обтянул, что ли? А курицу я назад не взял, потому что вареные яйца – это все, что он сейчас может кушать. Смотри, что делает мудак, а? Едет как придурок. У меня с нервами проблемы, мне доктор Базилио прописал таблетки, вот, но я забыл дозировку, поэтому... Чувствую, сейчас хорошо поедет. Я их пачками, а... Не знаю, они солененькие. Кулачка вообще заходит. Но, по-моему, у меня в последнее время часто из опоры бывает. Интересно, из-за чего? Вот как так получается? Мне говорила мама в детстве, что это нормально. Она тоже думала, что запор, а это оказалось, я через жопу вылезаю. Ну, в принципе, я таблеточки пивасиком забил, я думаю, самое время покататься немножко. Опа, смотрите, кто тут у нас рыбу ловит. Наш недорыбак. Он мне, кстати, денег должен. Сейчас никому будет денег отдавать, давай, я чувствую. Поговорим с ним. Спросим про долг. Герман! Где мой кровный пес? Че, не клёт рыба, да? Можете леща одолжить, сука? Не благодари. Я думаю, нам пора отсюда валить. У меня четкое ощущение, что я его убил. А еще у меня есть еще одно ощущение, но уже не такое четкое. Мне кажется, это был не Герман. Куда едешь? Какая разница, зато леща получил. Лещ — это хорошая рыба. Не видишь, я езжу, блядь. Я бухой, или ты, да. Идите, пропустите. Во мне сейчас полторашка смелости. Все нормально, это все лишь старатель. Это все лишь забор. Это все лишь столбики. Зачем столбики нужны? Я хочу ссать. Проблема устранена. Отлично. Твою брынзу, блядь! Откуда она вообще-то спавнилась на дороге? Ненормально, чисто спавн. Откуда там корова? Ничего, что я без стука, сестрички. Я там, короче, на асфальте. Не идите туда, там это... Ваша подруга. Ты бабушь. Ты меня чё не уважаешь, бля? Поменял машину, значит, я. Завязал с бухлом. Здорово. Завязал я, значит. Теперь я чист, кристально Рональдо просто. Живу спокойно.
офигенный! Блять, ну какого хрена? Только жить хорошо начал. Где ты тут, мать твою, пешеходный переход разглядел? Пёс ты, блядь. Пёс. Только про пса заговорил. Великолепно. Я переехал с собой. Пожалуй, мимо проеду. Прощение. Я спрыгну с трамплина. Уйди, пивоник, уйди. Еще одну собаку переехал. Я должен сдохнуть. Иди, как я еще одну переехал. Эти собаки так и лезут. Светофоры. Но не так сильно, как зеркала заднего вида. А что он руль обклеил? Типа тот руль не обклеенный, и он какой-то симпатичнее. Зачем? Зачем она сделала? Ну давай, светофор. Что за какого хреновая ситуация? Я тороплюсь. Блин. Спасибо. Проще на метро доехать куда надо, чем на своем спорткаре. Извините, мне срочно надо что-то туда. Направо. О, как машину водит. Сейчас мы все зачекпукаем. Что? О, удобно. Минус зубы. Идите, вы паркуете машину. Припаркуйте, пожалуйста, мою. Я дальше на метро. Спасибо. На моем сидении дерьмо, осторожно. Я попытался рукой поднять, но... О, фу. Сегодня... Пробок. Мормок! Сами понимаете. За что? Маска у меня с собой есть, вот, в заднем кармане была. Так, надо бы ее надеть, наверное. Великолепно. Фу, блядь, капец у вас здесь говно воняет. Где-то пока что кадр сбоку, скажем так. Ну, прикольная идея, идея интересная. Не знаю, как он до этого додумался, но идея очень прикольная, необычная. Дорогие друзья, как же я соскучился по вам, как же много у меня энергии. Ой, это хорошо, как много энергии. Что происходит-то, бля? Короче, а почему так долго? Что это за видео и что здесь происходит? Дело в том, что сейчас я сдаю на права, и это видео частичка того, что сейчас вокруг меня происходит. Поэтому вот такой вот... Он сдаёт на... Не давайте ему права, пожалуйста, видишь, что он делает. Формат. Я надеюсь, мой инструктор не посмотрит это видео. Кстати, идея такого монтажа не моя. Я уже встречал подобные видео на Ютубе. Я всего лишь попытался обыграть подобный формат. Ну, прикольно. По-своему. Прикольно, на самом деле. Это... А, вот как это все, гляньте. Блин, ну это парено, на самом деле. Дырка для руля, как он это за все засунул. Очень необычно. Интересно. Интересно и необычно. Экшн-камера, коробка передач, кстати, крутая, очень круто сделанная. Блин, очень круто, очень интересно сделано, прям вау. Ну, неудобно, наверное, вот так ехать. Вот приходится, наверное, но неудобно, а что делать? Было тяжело, это сложный формат, если серьезно, его дико неудобно записывать, да еще вот эта вот вся подготовка, цветы, реквизиты, идеальный ракурс, запись по несколько дней, монтаж 5 суток, блядь! И когда ты это все сам делаешь, это занимает ну, это очень круто, на самом деле. Часов. Ну это все позади, получилось, что получилось, и результат судить. Как он так хромакей натянул? Вот с хромакеем интересно. Наверное, там руль как-то вынимается, вставляется. Очень интересно. Вот с хромакеем прям вообще... Это, скорее всего, бумажный, наверное, хромакей. Хотя хрен его знает. Ну, это здесь круто. Был грёбаный мормок. Увидимся в следующем видосике. Пока! Воу, ну это очень круто. Не знаю, в плане вот реализации это очень круто. Вперед в прошлое. Это признание фильма «Назад в будущее». Хожу в музыкальную школу на вокал уже 3 года. Сына, покажи, чего ты добился. Папа-ра-папа. Мормок, кто родители обязательно? Правильно, правильно. Бэтмену обидно, но что поделать. Блин, очень круто, очень необычно. Ролик прикольно сделан. Мне нравится подход, реализация. Весь этот тут хромакей. Вот идти, блин, круто, круто. Но это сложно. Это на самом деле дорого. Купите хромакей, купите руль. Поставьте все это, как-то сделайте эту конструкцию. На обычном столе такое не реализуешь. Это, ну это круто. Не знаю, у меня... Я в восторге. В очень большом и приятном восторге. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите и подписывайтесь на канал Мормока обязательно, потому что это годно. Если вам нравятся ролики
реакции, точнее, с моего канала. Можете подписаться на меня, поставить лайк и написать комментарий. Мне будет очень приятно. Я буду вам очень благодарен. Спасибо большое. Вот. А теперь я пойду. Спасибо. Всем удачи. Всем пока. Пау.